Вот когда я учился в школе, были в советское время такие бумажные дневники. Здесь писалось расписание уроков, домашние задания, оценки. Никаких, естественно, у нас не было у электронных дневников. Видите, у меня здесь были. Не делает систематические уроки. Не был на уроке. Что-то я в субботу. А, у нас почему-то была шестидневка. Опаздывал и иногда просыпал первый урок. Кол даже кто-то поставил, наверное. Так вот. Это 89-90 учебный год. Каникулы. Как я мог опоздать сразу на два урока, которые подряд? И ходит по школе без смены обуви. У вас до сих пор сменка в школе есть? Сейчас новая тема. Запретили мобильные телефоны в школе. Когда я учился, их не было. Играли все. Все, здесь не будет ничего. Это у меня... Да, три четверти последних. Мои оценки.